Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашатян обратился к озвученным в Баку министрам иностранных дел России Сергеем Лавровым заявлениям и их акцентам, передает Азия-Ас. По его признанию, пресс-конференция Лавров-Байрамов произвела на него тяжелое впечатление. Не понравилось Ашатяну, что глава МИД РФ Лавров заявил в Баку, что ситуация после войны изменилась, и наработанные сопредседателями Минской группы ОБСЕ документы остались позади. Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность. Не нравится ему и то, что Лавров в Баку заявил, что Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе Запада после начала боевых действий в Украине. Особое внимание Ашатян уделил тому, что Лавров в Баку не использовал термины «Нагорный Карабах». Конфликт. Война. Армянская сторона за этот период снова растратила политические соглашения и взаимопонимание со стратегическим союзником, не капитализировала их благодаря двусторонним контактам на высшем и высоком уровне. Судя по всему, причиной является либо геополитический авантюризм Никола, либо доходящее до животных рефлексов пораженчество Никола, отметил расстроенный Ашатян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.